сеткой уже, так сказать, готов был играть. Но Андрей сыграл ему в тело, как говорится, и середину очень тяжело выиграть. Я имею в виду последнее очко, конечно. Да. Не было мяча. Мой мяч. Господи, боже мой. Ну ошибись, Сампрат. Да, но нельзя предъявить претензии. Посмотрите, посмотрите, Сампрат на земле. Сампрат на земле, по-моему, он судороги, страшно. Судороги у него. У него судорога свело ногу. И к тому же он страшно счастлив, что ему все-таки удалось. Да, действительно, вот Сампрасу буквально волоком с корта и в раздевалку, сейчас на массажный стол, по всей видимости. Ну что же, первую встречу, и такая встреча удивительная по красоте выдалась и по напряженности. Первую встречу... Молодец, Андрей, молодец. Он сделал все, что мог все это. Выиграл Пит Сампрас в 5 сетах. Через некоторое время сюда на корт выйдут первая ракетка сборной России Евгений Кафельников и вторая ракетка сборной США Джим Курье. А наши российские болельщики с благодарностью провожают с корта Андрея Чеснокова.